Здравствуйте, ребята! Меня зовут Смирнова Елена Владимировна. Я музыкальный руководитель 11 корпуса ГБУ школы 1420. Когда люди встречаются, принято здороваться. И я хочу сегодня с вами музыкально поздороваться. Послушайте, как мы будем это делать. Я вам спою «Здравствуйте, ребята!» А вы мне ответите «Здравствуйте!» Запомнили? Давайте попробуем. Я с вами здороваюсь. «Здравствуйте, ребята!» А вы мне отвечаете «Здравствуйте!» Молодцы! Ребята, а вы любите петь? Я очень люблю петь. Пение, если прислушаться, окружает нас. Птички поют. Если кошку погладить, она тоже нам споет свою песню. Для того, чтобы петь, наш голос нужно разбудить. В этом нам поможет живот и язык. Живот мы будем раздувать, как шарик, а потом потихонечку сдувать. А язычок мы будем тренировать. Покажите мне свою ладошку. Представьте, что вы на ладошку кладете маленькое легкое перышко. И вам нужно его сдуть. Мы наберем воздух, животик раздуется, и будем резко выдыхать. Посмотрите, как. Попробуйте со мной. Наше перышко улетело. Дальше представьте, что мы в волшебном лесу. И под ногами у нас шелестит листва. И мы с вами сейчас пошелестим. Послушайте, как. А теперь вместе со мной. Сейчас мы пофырчим, как лошадки. Для этого наши губы должны быть расслаблены. Посмотрите, как. А теперь вместе со мной. Лошадка будет со звуком. Очень хорошо у вас получается. Повторяйте за мной. В лесу темно. Все спят давно. Одна сова не спит, на суку сидит. И как полетит, она летит и поет. У-у-у. Наш голос тянет звук у-у-у. А увидела мышку и поет у-у-у. Резко будет петь. Послушайте, как. Так летит наша сова. А теперь увидела мышку. Запомнили? А теперь вместе со мной повторяйте. Опять летит. А теперь увидела. Молодцы. А теперь, где же ваш язычок?
мой вот. И теперь будем его тренировать. Наш веселый язычок. Щелк, 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 щелк. Повторяйте вместе со мной. Наш веселый язычок. Щелк, 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 щелк. И щелкаем. Чистим зубки мы умело. Вправо, влево, вправо, влево. Вместе со мной. Чистим зубки мы умело. Вправо, влево, вправо, влево. А теперь закрываем рот и чистим зубы. Мы нисколько не устали, языком вверх-вниз двигать стали. Вместе со мной. Мы нисколько не устали, языком вверх-вниз двигать стали. И двигаем язычком вверх и вниз. Словно пчелки зажужжали. Жжжж, как машины зарычали. Вместе со мной. Словно пчелки зажужжали. Жжжж, как машины зарычали. Р-р-р-р. На лошадки вскачь пустились. Вместе со мной. На лошадки вскачь пустились. И быстро-быстро скачем. Вовремя остановились. И остановились. Пр-р-р-р. Молодцы, ребята. Ну а сейчас мы будем с вами пропевать звуки долго. А, о, у, и. Долго-долго будем тянуть звук. Послушайте как. А, о, у, и. Запомнили? А теперь вместе со мной. Сейчас наш голос будет подниматься вверх по лесенке и сначала медленно петь «Ма-ма-ма-ма-ма». А когда доберется до самого верха, будет спускаться вниз и быстро-быстро петь «Ма-ма-ма-ма-ма». Послушайте. «Ма-ма-ма-ма-ма». А теперь вниз. «Ма-ма-ма-ма-ма». Запомнили? Ну, а теперь со мной. Наш голос будет учиться прыгать. Мы будем голосом прыгать снизу вверх и сверху вниз. А в этом нам поможет игра, которая называется «Что это?». Я буду вам показывать предметы и спрашивать «Что это?». А вы мне будете отвечать. Но отвечать мы будем голосом. Когда я буду спрашивать, мой голос будет прыгать снизу вверх. А когда вы будете отвечать, ваш голос наоборот будет прыгать сверху вниз. Давайте попробуем. Например, у меня есть это, а вы отвечаете, это бубен. Молодцы. Ну и еще. Что это? А вы ответите, это кукла. Молодцы, ребята, вы справились с моим заданием.
Ну вот, наш голос готов к тому, чтобы петь. Пойте больше, пойте веселее. И, конечно, до новых встреч. До свидания.